this place, your embrace created my space. Yeah, but you're breaking my space. I'm tired of your face. You're breaking my space. Сегодня мы протестируем грани наших возможностей, потому что у нас сегодня челлендж будет, и нужно будет сделать макияж за 10 минут. Да, не за 5, а за 10, потому что был когда-то на YouTube челлендж «Макияж за 5 минут». И, кстати, это было одно из моих первых видео «Макияж за 5 минут». А, в смысле, вот. На канале? Да, угу. Но там у меня получился сделать базовый дневной макияж, но у нас сегодня за 10 минут, Ира, что? Гламурный макияж, то есть такой вот прям вообще на красную дорожку, на ивент, ну даже не на ивент. Нет, давай собираться на ивент, вот серьезно. Вот. Хорошо, то есть мы себя тестируем по полной программе, вот нам сейчас звонят и говорят, вот через полчаса вы должны быть на ивенте, то есть у нас 10 минут для того, чтобы собраться. Приступаем? Да, давай таймер. Так, мы все здесь расставили на поготове, потому что, ну на самом деле времени очень мало. Обрез просто. Ты готова? Да. Погнали! Я на легком старте уже. Так, тональная основа. Ну, естественно. Ну, у меня здесь какое-то, я не знаю, что. Блин, пипетка. Так. На спонж вообще что нет такое? Времени. Пипетка, это была твоя ошибка. Видишь, я уже. Я уже тебе здесь все замазывала. На самом деле, знаешь, у меня стратегия была типа не спешить. Потому что чем больше ты спешишь, тем больше как бы ты вот впустую времени тратишь. Вот это же кисточку было, да? А то мы спонжиками сейчас бы 10 минут бы делали. Ну да, это 10 минут бы только спонжем сбивал тональную основу. Я взяла такую, знаешь, поплотнее. Но я это тоже плотно. Я вообще не очень люблю кисточки, они на меня не очень хорошо ложатся. Но так как мы идем на красную ковровую дорожку, то мне все равно, что там вблизи будет. Ну, как бы да. Вот, поэтому главное тоже следить за временем периодически. Так, одна минута, что? Ладно. В смысле одна минута? Ну, прошла. Ты серьезно сейчас? Да. Одна минута уже прошла. Я уже консилер. Надо заканчивать. Так, ладно, идет. Консилер. Старт. Шейп-тейп. Потому что... мы должны говорить? А я не знаю, ну как бы... Катрис камуфляж? Так. И это сразу будет моя база под тени. Аналогично. Так, пудра. Я не успеваю за тобой. Жди. Ты вообще подруга или нет? Так, может тут можно вообще без зеркала? Нифига себе, она еще и без зеркала. Ой, я себе в глаз тыкнула. Так, тактика твоя фигово работает. Так, тихо, не ржать. Конечно, я так не делаю, вы же понимаете, да, но... Брови. Конечно, лучше было бы взять такой карандаш, но я вообще не умею карандашами. Это будет не красная ковровая дорожка. Это будет черная ковровая дорожка. Траура. Да. Как нельзя делать? Вот этот карандаш, кстати, который более старая версия от ColourPop, да, он более кремовый, то есть им можно быстрее сделать брови. Не факт, что, конечно, хорошо сделать за такое время, ну, как бы хоть как-то. Что-то я какая-то сильно смелая, когда быстро делаю брови. Так, да. Может, так и надо? Ну, вот я помню, когда делала за 5 минут, вот серьезно, это вот просто вот... Супер базовый макияж. Ну, а как ты по-другому за 5 минут сделаешь? Так, что там у меня там брови разные получились. Так, ладно. Я вообще обычно рисую только брови 5 минут. Не, ну я брови 5 минут не рисую, но мне надо, знаешь, там, ну, типа, чуть поровнять. Так, гель для бровей будет, если успею. Вот тени. А у меня будет. Я себе поставлю их так, типа, знаешь, трендово. Ой, я думаю, переборщила. Слушай, я с этим челленджем даже забываю смотреть в экранчик, вообще видно нас, что у тебя там. И
лучше не смотри пока. Я буду использовать палетку Morphe и сразу возьму такой потемнее цвет, чтобы вот прям видишь, я что-то сначала светленькая, потом средненькая, надо сразу фигачить, да, темно, очень быстро. Вообще, что-то я вот действительно очень долго что-то делаю. Сколько время? У нас еще 5 минут. В смысле? 5 минут только. Это очень мало. Там контурирование. Ой, молчи, не пугай меня. У меня глаз начинает слезиться. Я еще хотела стрелку делать. Не, ну стрелку это ты явно погорячилась. Сейчас будет гламур, подожди. Так, гламур потом еще надо не забыть растушевать. Угу. Вот, кстати, да, это же самая долгая растушевка. Минута молчания, когда растушевываются. Знаешь, я думаю, что я сначала сделаю лицо. Я вообще что-то делаю, какую-то фигню, по-моему, потому что я вообще на самом деле так не крашусь никогда. Я не знаю, почему я взяла эту чесочку. Я тебя увидела. Подожди, подожди, еще не все. Это я еще... Ты по оранжевый, ты у тебя фол. Уже все, да, да, у меня уже, ну, как бы ты так мягко выразилась, конечно, что у меня, но ничего страшного. Какой-то хайлайтер я выбрала совершенно не под глэм. Ну, как бы такие глаза енота, ля-ля-ля. Ох, капец, да. Я уже тоже, слушай. Мы с тобой, в принципе, достаточно синхронно идем, если не перебываем. Только я уже там поставила. Да, ой, ну какой там получился ни о чем. Так, подожди. Я боюсь на время смотреть. Иду уже сейчас. Может быть. Хотела карандашом сначала, а как мы карандашом? Губы. Ты уже прям губы красишь? Но я потом подделаю то, что я основное делаю. Одна минута? Одна минута. Что можно сделать за одну минуту? Боже, она еще даже решает. Это... У меня вообще просто... Просто! Ну, это макияж, знаешь, не очень хорошая женщина. Так. Бронзера побольше. По эффекту. По загорелей. Мы же южные женщины. Они же постоянно пострелка. Ой, тихо, не плакай, не плакай. Я сейчас это вот себе тут все размажу. Так, хайлайтер надо такой. А можно я у тебя хайлайтер тоже? Это что-то я не знаю, почему я взяла вообще не гламурный хайлайтер. Фенти, давай. Фенти. Вот прям вот этот золотистый. Опа, смотри, вообще сразу гламур. Сделаю вот такую фигурницу. Транзитный цвет. Поняла. У меня на красную помаду просто вообще времени нет. Поэтому у меня будет нюд. Ну это не красная ковровая дорожка, извините. Ну, здрасте, ты Ким Кардашьяна расскажи. Которая вообще никогда красным не красит. Все. Говори честное мнение. Ты знаешь, ничего. Вот он вообще прям нормально. Не верю. Глазки у меня как... А как тебе вообще губы? Ну, губы можно было бы немножко контур
конечно, проблемнее сделать, особенно учитывая, что это красный цвет. Я что знала, что у меня на красный цвет вообще никаких. Я хотела, чтобы было эффектно, понимаешь? Не, ну сейчас мега. Оно как бы эффектно, я все понимаю. Ну, как план наш клуб? Девочки непонятно куда собрались, по-моему. Не, вот мне, кстати, глаза нравятся твои намного больше, чем мои. Потому что у тебя вот именно переходы. Стрелочка чуть-чуть подгулявшая, конечно, но опять-таки, можно и простить за 10 минут. Вот у меня такое более... Не, ну слушай, а у тебя такой смоки осенний. Ну, как бы... А у тебя вот здесь вот эта тушь осыпалась или это у тебя родинка там? Мне так нравится, посмотри, набей себе там вот эту вот татуировку. Это? Да. Это родинка. А, очень красиво. Можно набивать, очень красиво. А вот тут осыпалось. Я хотела еще ресницы наклеить, на самом деле, но на ресницы как бы уже вообще времени не хватило. А на рю? Кстати, я вот только поняла, что я тебя не представила вообще. Ну, как бы люди, по идее, должны знать, что это Оля с канала Ольга Глосс. Ну, она так, тоже блогер, она тоже одесситка, и, в общем-то, она уже была на моем канале. И мы не знакомы, да? Да, вы уже как бы должны быть знакомы. И, кстати говоря, вот если вы заметили, Оля красилась какой тональной основой? Катрис HD. А я красилась тональной основой Фенти. Вообще... Слушай, а ты так задумывала, потому что... Нет, я так не задумывала, на самом деле. Но... У меня на канале запрашивали тест-драйв. Сравнение. Да, сравнение, да. Потому что эти две тональные основы вроде бы как должны быть... Оно по оттенкам будет. Аналогами. Нормально. Вот оттенки, кстати, тоже будут у нас очень даже, в принципе, я бы сказала, похожи. Ну, мы это все протестируем. Да. И мы решили, что мы на ее канале вот как раз-таки сделаем тест-драйв вот этих двух тональных основ. То есть на пол лица одна будет, на пол лица вторая, и мы вдвоем будем тестировать и сравнивать... В течение какого-то времени смотреть. Поэтому, как только вы досмотрите это видео, а его здесь осталось уже совсем чуть-чуть, сразу переходите на ее канал и посмотрите там, как мы уже нормально будем накрашены, я надеюсь. И, в общем-то, сделаем тест-драйв. А на этом мы будем заканчивать. Обязательно делитесь своими впечатлениями. Кто вам понравился больше? Вообще, чей макияж вам понравился больше? Кто был более креативный? Кто достойно выполнил этот челлендж? Так что пишите свои комментарии. Ну и увидимся в моем видео. Переходите на Олином канале. Да. Все, пока-пока.